Парад Победы. Его открывает маршал Георгий Жуков верхом на жеребце по кличке Кумир. Конь редкой терской породы. Ей всего 75 лет. По меркам коневодства немного. Началось все в годы гражданской войны. Тогда в распоряжении селекционеров оказались 4 стрелецкие кобылы и 2 производителя – Цилиндр и Ценитель. По приказу, опять же, Буденного решили попробовать воспроизвести новую породу, но наиболее близкую к стрелецкой. Масть у этих красавцев получилась светло-серая, с серебряным отливом. Но ценят их не только за внешность. Характер у терцев покладистый, поэтому ездить на них одно удовольствие. Отличаются они природной гармоничностью, скоростью и, самое главное, своим умом, своим разумом. То есть это очень человекоориентированные лошади. И, конечно же, они очень удобные. Эти лошади популярны в классических видах конного спорта, дистанционных пробегах. Например, на Олимпиаде 80 представитель породы стал чемпионом в троеборье. Череда крупных побед на этом прервалась, но спустя 43 года продолжилась. Жеребец по кличке Эверест выиграл международные соревнования в Шпрингартене, где самостоятельно, без наездника, успешно преодолел все препятствия. Судьи оценивают качество, технику прыжка и спортивную подготовку и вообще предрасположенность этой породы, этой данной лошади к спорту. Это была любовь с первого взгляда, вспоминает хозяйка Эвереста Юлия. Признается, порода любит за добрый нрав и легкость в воспитании. Благодаря этому с терцем справится и любитель. К соревнованиям готовилась месяц. За помощью обратилась к профессиональному тренеру. Мы его напрыгивали для того, чтобы он понимал, не боялся препятствий, чтобы не было никакого стресса, страха. Ну, он спокойный. Поэтому радостно как бы все выполнил. С наездником любого возраста или вовсе без него Эверест одинаково хорош. Хотя в детском конном спорте и в ипотерапии терцы особенно популярны. 8-летний Александр сейчас пробует себя в джигитовке, сложных упражнениях на скачущей лошади. Но начинал, как и полагается, с азов. Ну, сначала я учился чистить и ухаживать за ней. Потом меня на нее посадили, джигитовка. Потом меня уже самого отпустили ею управлять. Выбор вида спорта мама Александра Галина одобряет, ведь он развивает ребенка как интеллектуально, так и физически. А главное, результат видно практически сразу. Маленький человек начинает взаимодействовать с большой сильной лошадью, и через это проявляется его воля. Терцы, несомненно, еще заявят о себе на соревнованиях, и это очень важно. Но не престижа ради, а для сохранения редкой, но такой красивой породы лошадей. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».